Здравствуйте всем, друзья! Сегодня у нас обзор двух крутых телефонов, двух крутых смартфонов, двух крутых умных телефонов. Это у нас получается Sony Xperia XZ1 Compact и iPhone SE или SE. Я не знаю правильно, как называют, или SE, или SE. Я часто слышу звучание SE и часто слышу SE. Но я не знаю, как правильно обзывать. Как обзывать, я думаю, не суть важно. Будем обзывать, как обзывали. SE, SE, без разницы. Не заостряйте свое внимание под это дело, без проблем. Хотите, как SE, SE, без разницы. А то было очень много комментариев про это дело, из-за этого я как бы стараюсь всем угодить. Конъюнктуре получается. Все, без проблем. Идем дальше. У нас iPhone SE работает у меня под управлением iOS 10. Я его не стал обновлять и, скорее всего, не буду обновлять, потому что меня 10 iOS вполне устраивает. Все у меня тут есть, все, что у меня есть, меня как бы вполне все устраивает. А Sony у меня работает под управлением Android 8. Ой, зачем обновление? Где? Вот он. До Android 8.0. По экрану 4.6, 4.0. Все сами видите. IPS экраны. Экраны схожие по качеству, по углам обзора, по всему экраны более-менее хорошие. SE все еще живой телефон, все еще хороший телефон и все еще востребованный телефон. В наших краях это точно пока. Потому что за эту мощь и за эти деньги iPhone найти сложно. Экраны. Все, рассказал. Камеры. Тут 1.2, 8 мегапикселей. Сзади 12. Основная 19. Все. Камера, конечно, на этих двух аппаратах плюс-минус одинаковые. Но на айфоне видео снимает гораздо лучше, чем на любом телефон на андроиде. SE как бы тоже не исключение. Такс. Тут у нас установлен процессор. От свой процессор стоит. А9. Нет. Или А10. А9 процессор, да. А9 процессор. 2 гигабайта оперативной памяти. И 64 гигабайта своей памяти. Тут у нас 32 гигабайта своей памяти и 4 гигабайта оперативной памяти на Sony Xperia. В Antutu они набирают разные, очень разные баллы. 200 тысяч баллов, 160 тысяч баллов. Это, конечно, очень-очень круто для этих телефонов. Я думаю, такие показатели неплохие. По автономности живет целый день, живет тоже целый день. По состоянию загруженности, если загружать их по полной программе, то Xperia XZ1 Compact проживет дольше, потому что у него аккумулятор гораздо больше, 2700 мАч против 1500 мАч. Там с копейками, но я копейки как бы говорить не буду. 1500-2700, это у нас получается на 1200 мАч батареи больше, а экран больше 4.6, получается грубо на сколько? На 10, на 15% больше экран, а батарейка больше на 70-80%. Так что тут очевидно то, что из-за экрана и процессор поновее 835-й,
а тут А9. По автономности все рассказал. Все игры, абсолютно все игры на Xperia XZ1 Compact идут без проблем. На iPhone SE тоже идут, но уже есть какие-то подлагивания, поддергивания, но он все еще все игры тянет без проблем тоже. Я думаю, год-полтора, два максимум, этот телефон начнет уже лагать хорошо, пока еще он работает без проблем. А этот телефон минимум 2 года будет работать без проблем, а потом уже дальше по оптимизации, уже как бы по платформам. Сейчас OpenGL, потом будут какая-то там, не знаю, какие-то другие платформы уже. Вот в таком ключе, если будут идти вектор развития, то я думаю, через года два эти телефоны, iPhone SE, скорее всего, начнет скатываться. А этот телефон года два точно будет работать без проблем, все игры будут тянуть. По играм, конечно, такие игры, как, допустим, Subway Surfers, ну, такие лайтовые игры пойдут хорошо, играются тоже очень хорошо. В одной руке она держится отлично, и играть тоже очень-очень приятно. Кому эти телефоны подойдут? Подойдут всем, всем. Кому нужен, допустим, Android-телефон компактный XZ1, кому нужен компактный SE, ну, iPhone, то SE однозначно. Играть, конечно, допустим, вот в такие игры одно удовольствие, никаких торможений, все прорисовывается, все смотрится классно. Ну, так поубивать время очень интересно. Ну, я думаю, такие люди, как, ну, такие люди, которые покупают такие телефоны, я думаю, им не важна какая-то игра, но тоже хотят расслабиться, посидеть там, просто поиграть, подурачиться с этими телефонами. Я думаю, у них получится. Вот так вот. На обоих аппаратах по одной сим-карте, нано-сим-карты, нано-сим-карты. Все бенды, все частоты поддерживаются. И LTE работает в обоих аппаратах без проблем и хорошо. Минус iPhone SE, то что он ловит сеть гораздо хуже, чем Sony Xperia. Я уже думал, что мой данный аппарат только, может быть, думал, слабоватый, как бы сеть плохо ловит. Нет, оказывается, на всех SE-шках сеть ловит чуть-чуть хуже, чем, допустим, на том же 5S или на том же 6-м iPhone. Где, допустим, у меня здесь LTE стоит, хоть одна палочка показывает. Здесь оно переключится на 3G, или же там сеть там будет говорить, нет сети, еще что-то такое будет говорить постоянно. Я уже проверял, не из-за телефона, ну как не из-за телефона, из-за телефона, но уже с заводским таким браком она идет. Полностью все SE-шки, они вот с такой болезнью. Что еще могу рассказать про эти телефоны? Lightning, есть 3,5 мм, датчики отпечатка пальцев, датчики отпечатка пальцев. Ну, кому эти телефоны подойдут? Подойдут всем. Кто хочет купить компактный, недорогой относительно, супер крутой по всем характеристикам телефоны, то, конечно, любой человек. А если конкретно сказать по камерам, то XZ1 Compact, он гораздо лучше снимает фотографии, iPhone SE гораздо лучше снимает видео. По процессору. Процессор, конечно, тут гораздо мощнее, года на два запас, года полтора-два
и он начнет потихоньку уже угасать. Но пока работать без проблем. Поддержка. Я думаю, iPhone SE еще будет поддерживаться года два точно. Sony Xperia XZ1 Compact может получить. Android 9 получит. Android 10 под большим вопросом. Может быть получит, может быть и нет. А SE, скорее всего, до iOS 13-14, если будут выпускать, до 14 точно она обновится. Если смотреть, допустим, как обновляют 5S, то, скорее всего, его тоже будут обновлять очень долго, потому что телефон мейнстримный, его все когда-то хотели купить, и все купили. В народе она уже сильно распространилась. По автономности XZ1 Compact гораздо-гораздо лучше. Если вы часто пользуетесь, то он... Смотрите там контент и еще что-то, да. Здесь, конечно, гораздо он больше живет. Но в режиме ожидания пока что к айфону никакой телефон, смартфон не приблизился. Android смартфон. Потому что в режиме ожидания айфоны, конечно, батарейку держат очень-очень отлично. А вот Android за ночь может там сесть аккумулятор. Вот новый телефон, за ночь он может сесть до 10%. До 10%. Это очень много, я так думаю. В среднем 5-6% она проседает зарядка, но до 10% проседает. iPhone 2-3% максимум. 3. Ну, вот даже вот, не знаю, иногда бывает там, когда дождь идет, когда снег, то до 5%. Потому что ему надо... постоянно как бы поддерживает связь с сетью, и он как бы идет дождь, снег, и он начинает более яростно поддерживать сеть, и ему приходится гораздо больше потреблять энергии из-за этого. Вот так как-то. Обоими телефонами пользоваться одной рукой одно удовольствие, я не знаю. Дотянуться до всех уголков этого экрана без проблем получается. А про SE я вообще молчу. Набирать тексты какие-то. Это все говорят, что у него слишком маленькая клавиатура, но я вам скажу, клавиатура у него просто отличная. Клавиатура у него просто отличная. И набирается текст. Ошибок, конечно, минимум. Если вы, конечно, не такой какой-то там. Если у вас нехорошо работает, как же его, который отвечает именно за нормальное попадание пальцев, вот эта функция, то это уже ваши проблемы, не проблемы этого телефона. Как бы работает без проблем. Рассказал вроде как про все. У нас металлический корпус. Про корпус я, конечно, всегда промалчиваю почему-то, но корпус в обоих случаях металлический. Ну, флагманы данных компаний, которые их выпускают. Как бы металлическим, не металлическим уже про это рассказывать, я думаю, нет никакого смысла. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, говорите, что я нудный. Ну, ставьте дизлайки, отписывайтесь, пишите маты. Ну, творите, что вы хотите. До свидания.